Всем привет, ребят. Ну что, решил еще записать видосик. Пока не закончилось у нас время, у нас сегодня вторая сторона доната именно на китайском сервере. Почему именно здесь сегодня? Потому что надо забрать очень много, потому что очень много прокачек нужно сделать. В общем, для того, чтобы аккаунт дальше развивался, надо, как обычно, очень много донатить. От этого никуда не денешься. Так, что мы имеем? Показывал я вам этот рынок, уже я забрал вот эти мелкие пакеты, забрал уже все вот эти пакеты, сейчас мы их заберем, кстати. Потом пробежимся по акциям. Вот так вот. Плюс 10 сетов ремки. Ремки нужно забирать, потому что нужно будет сделать восьмерку, хотя бы минимум одну. Ну и плюшки мы сейчас тоже это все пооткрываем. Так, окей. Поехали дальше. Поехали дальше. В общем, обнова, не знаю, многие бомбят. Я скажу вам так, обнова как обнова. Интересный новый герой, интересное развитие судьбы. Да, обнова на донат. Опять будет очередное, но я вам скажу, донат не особо зарешает, особенно на русском сервере, потому что у нас там нету такого изобилия ресурсов, как на английском сервере, поэтому интерес игре не должен пропадать. Да, понятно, надо будет стремиться к новым целям, но в этом как бы смысл игры. Хочешь играешь, хочешь не играешь, как бы это уже дело лично каждого. Мне, например, интересно, что же будет все-таки дальше, когда будут девятки. С одной стороны, неинтересно уже играть. Думаю, буду переходить тоже на другие игры. Но пока вот пока такая обнова, но вам надо максимум инфы. Я сижу и пилю целый день. Дальше посмотрим, как оно будет. В общем, вот так вот. Не знаю, что будет дальше. Так, я забрал. И сейчас заберу еще последние паки. В общем, герои интересные, Минотавр, конечно, интересная прокачка, посмотрим еще Бугимена, прокачал нового героя, героиню точнее, на максималку. Сейчас решил заняться прокачкой китайского аккаунта, по чуть-чуть будем выдвигать его в топ. Английский тоже качается, в общем, уйму времени надо, чтобы закончить. С русским, в принципе, вы как видите, я особо там не сижу. Так, иногда чисто ради теста захожу, но, честно говоря, на русском поднадоело. Ничего интересного, в общем, вот как-то так. Посмотрим, в общем, что будет дальше. Сейчас, ребят, еще пару секунд и пойдем с вами трешивать. Такс. В общем, будет, что будет. Пока же говорю, пока для меня лично обнова интересная. Для многих без донатов тоже обнова интересная. Ну, то есть, если вы играли, у вас хватало терпения до этого играть, то вы будете дальше точно так же играть, и у вас будет хватать терпения. То есть, это такое, не знаю, это игра, и поэтому тут расстраиваться, вот она стала там для донатов. Да, она и всегда была для донатов. Любая игра нормальная, которая развивается, она будет для донатов, потому что без доната игра не станет. Играйте в Тетрис, там еще что-то, как бы вам никто не запрещает, там донаты особо не надо, и то есть донатные. Так, ну что, мы закончили. Боже, как долго оно думает. Наконец-то. Окей, вот и все. Let's go. Обновились мы немножко. Что мы имеем? 1000 слизней, в принципе, мне этого должно хватить, чтобы прокачать героев. 1000 книг на значки почета. КГшки, 175 коробок, мы тоже будем открывать их потом. Ну и 275 чар. В общем, думаю, для китайки мне хватит, чтобы там 1500 набрать за недельку там или за выходные. Посмотрим, может, устроим усиленный кач. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Поехали открывать акции и открывать плюшки. Ребята, с вас, как обычно, по лайку.
Так, 89, не знаю, в принципе, может и хватит нам полностью все открыть. Самое главное набить побольше красных кристаллов. Сейчас там из сундучков и со всего, потому что у меня красных не хватает. А восьмых рун надо будет очень много сделать. Так, забит у нас уже склад. Ну, такое себе. Нефти. Что нам хватит на максимум? Да, по сути, заберем все призы отсюда. Пойдем дальше по акциям трешевать. Я вам говорил до обновы, до того, как стало известно про обнову, что что-то на китайке не так, что будут все-таки восьмые руны, таланты там и прочее. И, как видите, угадал и с судьбой, скупал карты. Многие ржали, зачем я их скупал. Ну, посмотрим. Конечно, шанс выпадения очень маленький. Точнее, там с 50 карт я нифига не выбил. Ничего, попробуем. Попробуем это исправить на русском сервере. Вот так вот. Ровно 100 и сейчас один. 101 попытка, мы все использовали. Как раз вложились. Так, отлично. Это мы забрали, получаем призы. Эмблемки. 5 эмблемки, 6, 7, 2 ремочки. В общем, куча всего понабирал. И можно сидеть спокойно, качать аккаунт и успокоиться. Так, хорошо, с этим разобрались. Смотрим, что тут у нас. Там что-то менялось у нас. Так, бинго я не буду даже заморачиваться, поехали дальше. 400 кулаков мне тут походу никакой не сыграет. Так, а тут мы можем типа получить, если откроем сюда. Ну окей, давайте уберем осколки Арктики, яйца, еще дополнительные две коробки. Не хватает, а? Ну, не хватает, так не хватает. Хорошо. Вот 71 сундук. Я там не знаю, заснимать, не заснимать. Сейчас посмотрим, что там у нас упало. Ступоре, честно говоря. Ладно, давайте посмотрим хотя бы, что там нам падает. Так вот, а тут осколки, ничего себе, осколки, смотрите, какие падают. Огонь просто. Это надо однозначно добить. И пойдем плюшки пооткрываем барикам. Вот, в общем, вот так вот. Обнова как обнова. Сделано, конечно, ими немало. Со многим я не согласен. Многое я не понимаю, зачем это было делать. Ну, как бы я понимаю, зачем они хотят бабла срубить, но они, опять же, не учитывают мнение многих игроков, даже донатов там. Ну, я как донат, ну, не вижу смысла пока в том, что они сделали, вообще никакого, потому что нету, ну, это не актуально, до этого было и так нормально все. Лучше бы сделали локации, некоторые переделали. Сейчас поиграемся полмесяца, потрешуем, поразвлекаемся и опять рис пропадет. Надо ехать, короче, в Китай. Надо ставить это. Пишите в комментах. Go в Китай. IGG. Давайте встречу. А, так.
Короче, сейчас мы кучу осколков понавыбиваем. Пора на китайке уже. Хватит лениться, пора уже выходить в топ, накачивать героями, начинать трешивать. Займемся этим, думаю, на выходных уже. Судьбу хотя бы докачаем всю. Аккаунт на английском опять из-за обновы я немножко приостановил прокачку, хотя там уже тоже 500к. Пару видосов есть, но как видите, обнова. Целый день убил именно на обнову. Так, окей, смотрим. Фига себе, посмотрите, какие осколки. Я, честно говоря, в шоке. Круто. Тут однозначно Тайцел плюс. Я надеюсь, что они не будут больше такие базары давать. Потому что на китайке тоже у меня лес пропадет играть. Пока люди как бы держатся плюс-минус, но как видите, лес очень быстро пропадает. Возможно, я докачаю два аккаунта в топ и тоже перестану там задротить. Я и так не задрочу, я наоборот экономлю свое время. Просто уже фанат ярый. Так, добиваем эти сундуки. Там еще одна акция какая-то. И идем открывать и спать. Хватит этого трэша на сегодня. Что тут у нас за акция? Непонятная акция, в общем, отлично. Понятная акция и отлично. Еще 20 орника. Ну, блин, что я вам могу сказать? Вы сами, в принципе, все видели. Круто. Поехали дальше. Так, самики это у нас остались. На черный пин, кулачки. Скинул я, не видел вроде. Все гуд. Так, у камня, видите, ну просто нереально достать, не знаю, я уже запарился. В общем, будем ждать, скорее всего, и будут скоро продавать. Так, где там мои? Так, это все понятно. 348 сумок, ну это, конечно, жесть. Это все весело. Карты я пока оставлю, приехали, первые откроем. Так, ну значки почета — это самое основное, что мне надо, и оно падает, это меня радует. Коробки, рульки на прокачку, в общем, неплохо. 750, 500, 1050, 200, 500, 1650 умножить на 2, 3, 300, 3 миллиона 300 запашек, плюс книги 20, 30, 40, 40 книг, да? И на этом спасибо. Так, дальше смотрим, что у нас тут еще такого интересного есть. 35-х сундуков, психощит 5-й, ремка. И на этом спасибо. Такс. Дальше. Еще две. Разбросик. Хорошо. Четвертые психощиты, пятая
Когда-то мы к ним дойдем, когда у нас будет красных дофига. Так. Это все рунки. Давайте по одной, так вот не будет перекидывать, не надо будет листать. Так, вот и такое себе. Ой, это случайно, ребят. Так, хорошо. 35 смотрим. Тут должны выпасть нам скины наловника. Хренушки. Хренушки, хренушки. Так, ну все, у нас остались третьи эти только. Блин, зажали мне скины наловника. Дали на Риббита. Зачем мне на Риббита, если мне надо наловника? Такое вот, ну такое, в общем, ну все, поехали, еще откроем третий. Там вот у нас у нас, о, фига себе, это что-то я вот так, мы жируем, ребят. Это я что-то проспал. Так, все, с героями в принципе у нас проблем даже с повторками не будет, меня радует. Поехали открывать сундучки. Сто пятьдесят, в принципе, на два сетика нам хотя бы упало. Так, вот так вот, вот так вот, вот такая вот у нас была сегодня вторая сторона доната на китайке. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.